500, если здесь штук 10 выставлено, которые меньше 3,5. Блять, тебе показать почту, что мне пришла за 4500 или человек, ты думаешь, что я тебя наебывал? Тут чтобы до 4500 долистать, надо раз 8 колесиков. Я не ебу, кто выставил, ну сейчас поставили, недавно я говорю, я поставил вчера вечером, а сегодня пришли папки. А чё вы удивляетесь? Да я голды въебал, знаешь, сколько лишний, блядь. А чё ты сколько покупал? 5 штук. На кого, на Шимана? Ну да. Да, блядь. Когда-то я их за 12 покупал, ну хули. Да я и тоже на приста покупал там 2. Вообще по 12. Даже по 13. А потом буквально через неделю они уже, блядь, можно было пошли. Сейчас попроще. Всем привет. Чё там РТ собирается, нет сегодня? 19:30, да. Через полчаса, привет. Мы... Я ещё еду, ещё... На стоянку машину не ставил, минут через 30 только дом. Ну, почему вот 19:30, если 19, пианист говорит? Ну, 19, как раз, он как он раз пытался. Останется только пообедать еще. Пусть. Он писал. А я прям во время РТ обедаю. Тоже вариант. А я во время РТ буду спать. Пизды получишь. Я сегодня нормально себя чувствую, я спала вчера, когда мне было хуёво. Чарли уже убили Джайна? Конечно, убили. Там же про товар. Там же я еле ладочек. Значит, только ГМ будет. А уже все закрыли, только ОК осталось. Я сука, я бы чешку навара хотел, сука. Я бы сходил, но меня Леха, наверное, не пускает. Он сейчас берет тех людей, которые в курсе его тактики. Мне Т5 уже надо, навары, сука. 2 куска осталось. ДДД, япончик, тактика, просто сбегаться и все. Я вообще, типа, не знаю, что они сейчас там делают. Вообще, просто стоять АФК. Перебегать раз в 30 секунд, и пиздец. Ну, заебись, но я на вторую фазу вообще не знаю. Кого? Золчишь? То же самое. Просто когда я приходил, мы переводили фазу, но знаешь, что это значит сейчас? Лёх, ты тут? Частично. Чё там, серьёзно? 7:30 только начало? Да. На РТ. Там много кто задерживается, поэтому 7:30. Ничего, есть у кого-нибудь, кроме адмирала от вины, которым надо закрыть это говно? Да нет. А чё ты хочешь? Твинов взять. Да байеров нет. Зачем? Да и похуй, давай так убьем. Ну я адмиральскому тогда закрою этому Шомину. Ничего, порожний рейс. Можем помочь кому-то.
чатике хоть кто-нибудь пишет? Ну, я попросила силу бездны помочь, соответственно, зайду теперь однозначно на адмиральского шамана. А байеров вообще нет. Мне двое написали, один спросил, сколько я написала цену, мне в ответ написали 500, знак вопрос. Я отправила смайлик. И второй был, который сразу не спрашивая, написал 1000. Ебаный бомж. Я написала 20 000. Он говорит, я подумаю. Чего это самое? Перед РД хотелось бы там 10 минут свободно. В чем это? Сейчас. Сейчас уже начнем буквально в течение 5 минут в любом случае. Может трэш ебануть пока? Было бы неплохо. Как думаете? А? Популяй. Тут он танк. Вон 4 моба, бери. Медведа ёж. Хули стоять. Размах. Наш переводчик. Я же написал 19.30, я должна была добавить скобочку. Получится. Сейчас начнем. Секунду буквально. Я бы зов паролил, потому что у меня зова нет. Если байер не будет, то если байер не будет, то там всем привет, ребята. Там переписано это? Нет, не нужно. Что там, целка в бэпу? Мишка, давай встану. Блять, что я за вопросы задаю? Там, где Настя, там всегда Золоман. Моя вотчина, моя родина. Ты как Волан-де-Морт. Ну, это скорее какая-нибудь, не знаю, мерзкая уточка с крутшим окрасом, Так, ребят, надо побыстрее убить. Мне надо в магазин сходить срочно. Без проблем, сейчас зайдет Денчик на рогу. Зато меня задушит. Уже заходит. Я зайду на Шомина, после того, как Денчика инвайтну. И все, всех суммоним и быстро пулим сразу. У нас вагоны есть, но нет, так скажем, покупателей. Все вагоны свои. Поэтому мы идем расслабленно. Никто нас не вайпнет. Я надеюсь, если вайпнет, это ГП. Блин, я хочу еще перед ОТ пельмешей сварить. Все нормально. Искать. Медведаёж, сейчас на тебя напулит наш топовый Денчик Рога.
если зайдет. Это как-то он слишком быстро вышел с паладина и слишком медленно заходит на рогу. А что, вот эти випки за бабки еще покупаются отдельно или как? Че? Или как? Или где? Тебе идут около ста, либо ты донатишь. Ну а так сколько идут? Надо донатить, чтобы было випка? Ну, один голос 10 рублей, считай. А, типа, они учитываются в эту же шкалу, да? Да. Ёбаный свет. А у тебя какая уровень лоялки? Там какой? Что-то 8-й, блядь. Какая уровень лоялки? Ёбаный. Да я кривой просто. Какая уровень лоялки? Какая щит у протовара? Сука. Ну все, блядь. Какое протовара глухая оборона? Шивы. Так. Леночка пригласила. Я, говорит, Джон Кофе. Как кофе, только с буквой я. Как через И, через И, не помню. А чё я РЛ? Изи. А, сейчас передашь моему Шомину. Ага, блядь. Прощай, минус зов, нахуй. Кому передать? Сейчас я плюсом идти. А, адмирала кикать? Да, можно кикать. Пускай по... А. Лутера на себя. А ты не врешь? А не знаю, фетиш, наверное, лучше зова будет, да? В смысле? Хуй его знает, если честно. Не шарик, короче. Где там твой шаман? А у меня загрузка списка персонажей уже минуту, блядь. Захожу, гружусь. Кто-то юзает такую хуйню, вот этот, про Гарри Поттера, типа, пародии или что делают? Вот эти Гагарин, там, повар, или как там, вот эту всю хуйню. Кто-то юзал когда-нибудь? Нет. Бать, я дурачок, наверное, да? Наверное. Утверждать не будем, но сомнения выскажем. Просто, ну, как-то раз наткнулся, но поржал так знатно. Ну, там ебанутости, конечно, много, но все равно есть прикольные моменты. Надо сделать, знаешь как, чтобы цепочка была на легендарный щит протовара. Чтобы ее надо было получать, короче, у Войда, короче. Ты чисто подходишь в игре, кидаешь ему бабки, на то, чтобы начать цепочку. И он тебе дает задачу, короче. Забрать 10 воронок. Спросить, кто лучший протовар на всем? Да, такие. Запулить. Запулить фул целка, да, и не уронить. Ну, да, запулить три этих. Келесит, Талдаром, Валанар, вот этих три. Весь трэш. Обожаю! Келесит, Талдаром. Так. Келесит. Прости, господи. Заходишь, нет. Я зашла уже, сейчас плюсану. Потом, блядь, собрать древнейшего саронита 100 штук. Саронита, попрошу. Нет, ну, саронит нельзя оскорблять. Это уже, прости господи. Ну, представь легендарный щит, да? Там будет просто 20 тысяч брони, короче. Плюс 1000 к рейтингу блока. Показатель блокирования плюс 2000. Там, короче, минус минута 30 на КДШВ. Нет, минус, короче, минус 5 минут на КД. Минус 5, блядь, минус 4,5 минуты. Давай шкаф. 5, 10, 15, 4, 5, 5. Да, утра. Локи, шкафуй. А кто на адмираловском шамане сидит?
Блин, здравствуйте! Пальто и бабка с пистолетом. Давайте быстрее. Надо ДРТ успеть сходить. Что происходит? Позже уже должен. Сбор будет в 19:30. Писал Алёшенька, пианист. Чё, все тут? Давай футбол. Охуенно, ладно. А, давайте, сила бездны, подиспель, пожалуйста. Кто будет ловить циклоны, вы определились? А, с ветерками побегают медведоёж и моса. Почему полтора два? Хила. Подожди, просто ты отхилишь практически да, все? Да, 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 но ты-то будь в хиле. Ну, я в хиле, но это 240-й говнохил. Да пофиг. Главное, просто в огне потом не стоить на последней фазе. А, 235-й вообще, схуяли на 235-м, не пиздел, что он 240-й. Ну, я всем каски пробафую, ладно? Ну шо там, давай, ебать. Так, нищий шаман, с тебя, короче, тотем на милихаст, на огонь. Да. Вот. И на ветерках дашь на резист. Угу, постараюсь в угол затолкнуть. СС, блять, хороший вопрос. А тактика угловая у нас, да? Тактика галактика. Чё? Чё, как обычно, на Зубджине вайпай? Сука, дайте мне легендарный щит. Блять. Тактика там... угловая галактика, да. Смотрите. Чтоб там было написано классы вар. Никакие... Вот сюда забиваемся, как сволочи. Моса может поводить? Моса умеет ветерки водить? Водите вдвоем. Всё, отлично. Нет. Медведоёж и Моса вдвоем бегают. Мы пытаемся отхилить. Если что, сила бездны, чуть-чуть поддерживай, пожалуйста. А зачем Моса? Если что. Он же милик, блядь, это же ДПС. Пусть побегает. А кто еще побегает? Смысл? Один побегает, не даешь. Войт, ты побегаешь. Я не люблю, когда один бегает. Говно. Есть какая-нибудь рыбка, блин, я поставила. Я пока не могу использовать эту способность. Чего этого придурка, блин, дверу на Сируса не заведем? Че, когда ебашит? Япончик, дай нормальную каску. Рыбкой, спасибо большое. Кто поставил, скажите мне, я верну потом. Ты видишь, что на тебе два паловских бафа? Мне не нужен крест, мне нужна нормальная каска. Собственно говоря, то же самое для говношамана маленького. И для вара. Собирайте нормальную каску. Спасибо большое. И для вара, умоляю. Блядь, никогда на тебе кулака не будет. Да похуй вообще на этот кулак. Ну, некоторым нужно больше каску 10%. Крикну на АП. Поэтому и просят. Ну, я просто не в курсе хорошо. Собирается. Так, вот у инвалида есть? Ауру сосредоточенности он оставил. Да. На ХП на вас возьмем. Если доживем. Да, должны. То у нас вон демон с бесом, есть ХП. Ты ничего не сбивается никаким криком, это придумал кто-то. Какой-то нуб. Кто стакается? Крик на ХП не стакается с этим, с бесом. Он замещает. Я пока не могу использовать пуля... эту способность. Можно пулить. Винчик на пулю и отчаянно вообще как можешь. Ладно.
адмирал меня обманул. Обманул? Я просто никогда не играл за Милифай. Я отбегаю вовремя, те люди, которые сами играют в Милифай, они могут просто не прятать. И постоянно получают урон. Минус 2 уже. Молодцы. Ну чё? Амосу ресните как-нибудь. Как-нибудь? И готовься, медведаёшь, ресать. Или готовься ресать. Забирай. Рез. Срочно, резать. Забирай обратно. Встаньте под жопу. Сука. Было кикнуть его. Забери. Пять. Три. Один. На скольки переход? Уже один процент. Уже один процент. А паладины могут свою магию использовать? Попробуй. Понял. Угу. Если... А забрал, сейчас он пробежит. Бегайте. Могу убить. Прикольно. СС был на ком-то? Да, Локи зачем-то накинул на гребу на 230-го шамана. Вам найдешь. Что делаете? А? Мешай. Дай там каску. Сейчас. Всем привет. Нужны виннеры. Возложение даст ману. На следующей фазе силы бедные парышки. А, 3% фазы следующей. Че, у вас 2 ТТМа все, КД что ли? 1%. Ставь там броню, броню мили. Да он тика, да, он тут, он так тоже. Я знаю, что это. Кошка, да, он уже как честь. Процент переводите. Стоп, не надо. Не надо никого бэрить.
Просто похилит соло, не колоба и резинит. Не сорви, не сорви, не сорви! Инора. Возложение есть? Воин, таунтни на секунду с медведоёжа, и медведоёж сразу инер попросит. Не понял. Чё? Ну иначе никак. Давай. Давай. Всё, хорошо. Ебашьте. Пихитесь. Прости. Блядь. Мосса, вот сейчас БР попросит. Здесь тоже. Я выйду сейчас с этого вагона. Он мне говорил, что у него больше этого. Тяни, тяни. В смысле, давайте попробуем. Оставайся. Может быть. Локи. Сука. Там маны нет. Нас всех нету. Не, бесполезно. Все, идите в стол, положитесь, я пойду на пристав. А чё мы? А чё? Будем ещё сейчас пробовать. Подожди, зачем тебе заходить на пристав? Я всё, я в магазин пошёл. Оставайся на шамане. Ты чё оставайся на шамане? Ладно, Ро, потому что через 10 минут... После РТ добьём, да? Зачем? Да, вы сейчас можете добить этого хуя. У меня нет полипроси, не надо сходить. Через 10 минут РТ мы пойдём покушаем, посым и в магазин. Иди.